Привіт, друзі! Якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, ми працюємо в прямому ефірі. Це розмова на тему, під час якої ми з вами поспілкуємося з етнічними німцями Миколаївської області, які саме і присутні у нас в студії. Заступник голови Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді Відергебурт Ніна Майєр. Почесний член Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді Відергебурт Віра Матвієва. І почесний член Миколаївської обласної центральної спілки німців і німецької молоді Відергебурт Тамара Біла. А також наша маленька учасниця, учениця 4 класу загальноосвітньої школи номер 65 Марія Чубчик. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Спасибо вам, Мария, что вы нашли время, несмотря на то, что посадка, все равно вы приехали к нам в студию. И тема нашей сегодняшней беседы, Нина Александровна, 28 августа, друзья мои, память этничных русских немцев, которые проживали на территории бывшего Советского Союза. День памяти. День памяти, да, Нина день Александровна, депортации. День депортации. Именно в этот день немцы. Этнические немцы всего бывшего Советского Союза вспоминают эту трагическую дату. Будьте добры. Я хочу рассказать, что мы в понедельник были на территории Никрополя. Это в городе Николаеве находится Никрополь. Там находится захоронение более 3000 немцев, итальянцев, французов. Это военнопленные, которые были на территории Николаева 44-48 год. Они там захоронены. И мы ежегодно ходим на территорию Никрополя и возлагаем там цветы. Вспоминаем наших близких, мы друг другу рассказываем об истории нашей семьи. Не каждый может это сделать, поверьте. Это очень тяжело каждому вспоминать. Но мы это делаем, приводим туда и своих детей, и молодежь, чтобы они слушали, помнили, и чтобы никогда не повторилась эта история. Вот у нас такая цель. И... Нина Александровна, вот вы сказали, что вы рассказываете молодежи. Молодежь должна знать о трагических историях, о трагических событиях, истории народа, который проживал здесь и в разных республиках. А вот, Мария, вы были на возложении цветов, когда возлагали цветы на территории Николаевского некрополя? Вы присутствовали, да? А что вы знаете об этом? Вам рассказывала бабушка, которая сидит рядом с вами, Вера Зигфридовна. Такое сложное у вас отчество, Вера Зигфридовна. Но, тем не менее, вы, конечно, воспитываете своих внуков в том, чтобы они знали свои корни, правильно? Да, да. И знают. Знаете, Мария? Знает, знает, конечно, она была на кладбище, была, смотрела, видела, слушала. То есть ваша внучка, она потомственная немка, да, Вера Зикрина? Ну, она, да, конечно, ну, как сказать, потомственная, да. Она моя внучка, а я немка, вот, так что она... И Тамара Рейнгольдовна, она тоже немка? Да. Телезрители, просто у наших гостей такие интересные отчества. Вера Зигфридовна, Тамара Рейнгольдовна. Вот только Нина Александровна. Это тоже немецкое имя. Александр – это Алекс. Алекс. Да, Нина – это Нина. Она везде, во всех странах Нина. Это такое международное имя, но в Германии она очень популярна. Очень популярна. Да, да. Угу. То есть вы стопроцентная немка. Да. У меня и мама, и папа, и дедушки, и бабушки, все немцы. У них тоже сложные фамилии, имена, но ничего. Ну, тем не менее, есть сложности, ну и для того мы живем, для того, чтобы эти сложности преодолевать, конечно. Итак, Нина Александровна, рассказывайте. Ну, почему дата 28 августа? Это в 41 году был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев из европейской части страны на территории СССР на территории Казахстана, Сибири, Средней Азии, в Алтайский край. После вышедшего указа более 500 тысяч этнических немцев были переселены и депортированы со всего Советского Союза бывшего. И мирные жители были вынуждены
находиться на спецпоселениях и работать в трудармии. Почти треть умерла от тяжелых условий жизни, голода, репрессий, сибирских морозов. Хотя 28 августа вышел приказ о том, чтобы выселить, депортировать немцев с территории Поволжья, там находилась республика немецкая, Поволжская, но в первую очередь начали 18 августа с территории Крыма переселять немцев. И они подвергались больше депортации, быстрее. И большим репрессиям, да? Большим репрессиям, да. Хотя им давали срок 2 дня собрать вещи, но на самом деле в 4 утра пришли и сказали быстро собраться, взять самое необходимое. И так как они не успевали в сроки вложиться, то начали в первую очередь за мужское население, которое могло быть мобилизовано на то время. И лица от 18 лет и до 55 мужчин были собраны в колонны и переселены. Затем уже женщины были переселены. Но так как гитлеровцы очень быстро наступали, они спешили, и люди, которые... Это лето, жара, были в чем? В летней одежде. Они попали в Сибирь, будучи раздеты и разуты. Вот такая история. Затем 28 августа начали с немцев Поволжья. Хотя уже 26 августа были представители НКВД на территории Поволжья. И также утром рано пришли и сказали собрать вещи в течение 2 суток. Но за 2 часа были все собраны. Заколочены дома, люди были, самое необходимое взяли. И кто на подводах, кто пешком, шли до места их погрузки. Нужно сказать погрузки, потому что грузились они в товарные, в скотские вагоны. И набивались так, что там нечем было дышать, это была очень сильная жара. Вот. Ну, что еще могу сказать? Немецкие жители, когда были депортированы... Они были депортированы лишь только потому, что они являлись немцами. Несмотря на то, что всю свою жизнь они жили на территории этой страны, они служили этой стране, но вдруг они... Немцы, фашисты напали, и они оказались врагами. Да, они оказались врагами. Очень много было на то время, служило в советской армии немцев. И те, кто были на передовой, на территории фронта, их сразу же переслали во внутренние части. И всего за время депортации было... за время войны было переселено 950 тысяч немцев. 367 тысяч было депортировано на восток. Это Коми, СССР, республика. Урал, Казахстан, Сибирь, Алтай. И в 42-м году от 15 до 55 лет женщины, 16-45 лет, мужчины 15-55, они были все собраны в колонны. И позже получившие такие названия труд армии. Работали на очень тяжелых работах. Это рудники, шахты, лесозаготовки, а также железнодорожное строительство, промышленное строительство. Также участвовали в строительстве вот на Урале непосредственно. Там были танковые заводы, вот там тоже они участвовали. Строили мосты, строили переправы, потому что все, что на то время... находилась на территории Европы, было быстренько, заводы были собраны, и им нужно было на территории Урала эти заводы быстренько развернуть, чтобы они могли строить... Работать на оборону. Да, строить технику военную и работать на оборону. Вот они в то время так и работали. Также я хочу сказать о том, что депортированы были не только немцы, также были подверглись депортации итальянцы, проживающие на территории Керчи, вскоре после них армяне, болгары, греки, также с территории Крыма, высланные в Фарганскую область Узбекистана, жители, имевшие в руках просроченные паспорта иностранные, также были подвержены депортации и попали в лагеря, так называемые. Также депортации подверглись около 100 человек венгров,
румын, итальянцев, 2000 немцев, высланы в 1941 году. Это уже с Крыма также. С Крыма и Кавказа территория. И 20 марта 1942 года прифронтовой зоны в марте-апреле 1942 года было депортировано около 40 тысяч немцев и финнов, которые позже вернулись уже в 1947-1948 году, и их снова отправили в депортацию в Сибирь. То есть сначала, пережив войну, они вернулись на те места, да, где они жили. Приравнивалась к побегу и давали 20 лет каторги за то, что они возвращались на места прежнего жительства. Вот. Я хочу передать слово Тамаре Ренгольдовне. Вот она у нас живой свидетель того времени, и она была, проживала на территории депортации, и непосредственно может очень много рассказать, как живой свидетель. Тамара Ренгольдовна, будьте добры, вам слово. Я могу сказать так, что, в общем-то, я родилась, когда началась война, мне было 8 месяцев, в селе Доброе Башланского района. А мама у меня украинка, поэтому с депортацией больше связан папа. К этому времени, значит, они, как немецкие колонисты, проживали они в селе Прогрессовка нынешней, и уже, собственно, в 1937 году начались неприятности в семье, когда был арестован и обвинен причастности там какой-то немецкой организации враждебной, и отец, хотя он был учетчиком в колхозе. Вот, папа закончил лесотехнический техникум, затем Одесский педагогический институт, и вот он сдавал экзамены, госэкзамены закончил, когда началась война, когда бомбили уже Николаев. Работал он вместе с мамой в селе Доброе в школе, преподавал историю. Собственно, сразу они пошел в этот военкомат и записался добровольцем, а затем вот после приказа Сталина вот как раз вот эта депортация как раз коснулась его, когда они были направлены, все немцы отозваны, еще у меня есть такая справочка, что он был минометчиком, вот, и отозваны, и направлены были в трудармию. Ну, собственно, мы с папой встретились уже после войны. Мама с вами, мама, с младенцем мы были, остались, мы да? Были, да, мы были на территории под, ну, в смысле, в оккупации были. И когда вот не было никаких вестей, ничего не было известно, и тем более вот это давлело, что дедушка – это враг народа, и когда, значит, никаких весточек, только после войны уже получили первую весточку с Урала. От отца. Что папа жив, да. Что папа жив. И потом, значит, была победа. Ждали, что вот-вот мы встретимся, семья воссоединится. Но не тут-то было. Никаких паспортов, никаких возможностей так и не было. Вот по-прежнему они были не трудармейцы теперь, а спецпереселенцы. И таким образом, ну вот, мама решила ехать на Урал. И мы вот познакомились тогда в полной мере с обстановкой той, которая была на Урале. Ну, мама добралась вместе с вами на со Урал, мной, да? Тогда мы ехали через Казань, 2 недели, в общем, на речном трамвайчике прибыли мы туда. Встретились мы с папой, я узнала его, хотя так особенно меня не предупреждали. Ну и поселились в бараке. И вот дверь была открыта у нас постоянно, потому что совершенно вот для людей это уже потом пришло осознание того, что был наш приезд вот туда, в село Пыскар, вот, Молотовской области. Люди спрашивали, они не говорили о горестях своих, они не говорили, как им сложно, они спрашивали, как на Украине, как же там, вот как освобождение прошло, как там, что делается. И вот это, видимо, такая надежда, что семьи тоже будут возвращаться и могут воссоединиться, вот это было, ну вот, здорово. Но люди эти жили этой надеждой, что люди все-таки воссоединятся. Ну, я была маленькая, конечно, осознание пришло позже. И люди, ну, сколько им было? 30-40 лет. Вот они вместе отмечали, вот коммуной такой жили. Праздники все, к елкам готовили, детишкам готовили подарки. И люди начали приезжать, семьи начали приезжать с детьми. Некоторые, конечно,
присылали только детей по каким-то причинам, там уже распалась семья, ну, сложности были большие. А о том, что они пережили, вот как-то узнавали уже позже, по их разговорам, да. О том, что они работали, лесоповали в Соликамске, о том, сколько людей, что люди погибали от мороза, от несчастных случаев. Папа, у него отказала вообще нога была. И только народный лекарь, он как-то, какая-то мазь у него была, и он долго его лечил, и вот он восстановилось все это. Ну, а потом начали приезжать, у нас там было два завода, и вот... По сути, мы увидели уже воочию своими глазами, почувствовали, как и на детей вот это распространяется, порядки спецкомендатуры, порядки, да? Спецкомендатуры, как надо отмечаться, и дети тоже отвечают за это. Значит, был знакомый наш хороший директор кирпичного завода, девочка приехала, у них было двое детей, а потом еще девочка там родилась, и они... Собственно, она поступила в педучилище. А это так, педучилище в Соликамске, а проехать, чтобы туда, в Соликамск, по железной дороге 20 километров. И вот однажды она вместе с детьми, кама стала, лед. Пришли дети в Искр, и она решила идти с ними. А это 2-3 километра. Уже утром отец был вызван в спецкомендатуру, и было сказано, ну, предупредили его очень серьезно. То есть было понятно, что тогда даже надежда на то, что уехать можно или учиться там, где ты хочешь, что это, по сути, невозможно. Поэтому люди начали вот где-то искать выход, менять автобиографию, где-то что-то, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Значит, и только уже... А папа был, хотел быть учителем. Он года три добивался, чтобы через президиум Верховного Совета к Швернику писал, чтобы ему разрешили, ну, позволили преподавательскую деятельность. Ну и, собственно, добился он этого. А в селе была только одна ставка. И вот они жили, три года жили мы на 18 часов, тех бывших маминых. Но они, вот как-то они такие энтузиасты были, географические площадки, тогда этого там не было, пришкольные участки, экскурсии постоянные. Ну, в общем, а потом случился несчастный случай, и папу опять обвинили, ребенок погиб, а папу обвинили в том, что вот... Что он виноват, он невнимателен, да? Был. Хотя mm-hmm. все село писало письма, собирали подписи там вот. И он должен был... Понятно, что немец. И вот он должен был поехать 500 километров в Пермь или Молотов тогда, и чтобы ему решить вопрос о месте следующей работы. Ну и поехал, с ним поехал милиционер. Просто так он не имел права, да, чтобы перевезти. Вот. Mm-hmm. Но потом их перевели в Красновишевский, вот, до 1961 года они там работали. Ну, много хорошего, конечно, они сделали. Но главное, вот несмотря на то, что нет. жили в таких страшных условиях, а как-то люди не теряли оптимизма, и этот знаете, оптимизм, наверное, помогал. Вы знаете, люди не были злыми. Не были злыми. Вот вы вот очень не было этой озлобленности, и никогда не было этой озлобленности. Наоборот, они были очень гостеприимны, очень, очень ну, добры. И вот внимательно. Наверное, эта доброта их и спасала. Тамара Ригонельна, у нас просто очень мало понятно, времени да. в эфире. Мне бы еще хотелось, чтобы и Вера Зикрьевна тоже несколько слов молвила, потому что ей тоже есть что сказать. Вот вы храните память своей семьи, а вы, Вера Зикрьевна, наш, какую память храните? Ну, мы же точно так же были реабилитированы, были сосланы. На Урал сразу, потом на Казахстан нас переправили. И поселок у нас был хоть и небольшой, но там все были сосланы как один, все, каждой национальности. Мы ходили в школу, было сколько учеников, столько и национальностей. Сказать, конечно, все в одинаковых условиях, что мы немцы, что еще кто-то каких-то. Все были люди второго сорта и униженные, и, как говорится... Каждые две недели приезжал объездчик и перепись сделал, чтобы никто не убежал, не имел права никуда не выйти, ничего. Вот. Нам просто уже в 1957 году просто чудом удалось вернуться в Украину, потому что у отца были заслуги. Он
в свое время спас русских трех офицеров, будучи еще когда шла война, начало войны, и в совхозе Агномер Бузинского района мы жили, и там привезли туда трех немцев, трех офицеров советских, вот, и он их выпустил ночью, и, как говорится, таким образом он и спас их, вот, но сразу вроде бы как искали, ничего, ну, как немец, но потом уже стали к нему придираться, и один немецкий офицер говорит: знаешь что, Зигфрид, ты убирайся отсюда, потому что тебя... на тебя все это ляжет, и мы удрали тогда же. Ну и сейчас, учитывая вот эти вот все заслуги, нам удалось переехать сюда, на Украину. Ну, хочу сказать, что не только немцы страдали, не только немцев вот так вот, как говорится... Страдали все люди. И страдали и другие национальности. Я говорю, что у нас не было ни одного человека, который бы не попал сюда по собственному желанию. Но все, как говорится, и много очень чеченской национальности, ингуши, ну, молдаване, белорусы, украинцы, все, кто, какого можно перечесть. Но было очень дружно. И никогда не было никакой злости вот между нами, как говорится. Всегда это какое-то дружелюбие было, веселые были все равно. Хотя жизнь была очень трудно и... Намного сложнее, чем сейчас, да, Вера Зикрина? Намного сложнее, чем сейчас, но, как говорится, и материально, и по-всякому. Лишь только когда, вот в 53-м году, когда Сталин умер, уже притеснение, сразу переписи эти ушли, паспорта начали выдавать. А вообще потом, когда целину стали поднимать, так вообще уже было у нас, как говорится, классно. Ну, конечно, это трагедия для всех, не только для немецкого народа, а и для других народов тоже, для многих людей, которые... можно сказать, и не зачем. Все потом, вот мы еще связь держали с другими этими жителями нашими, всех постепенно реабилитировали. Всех, вот пишут: о, а меня реабилитируют. Ну, вот через 2 года, того через 3, того через даже 10 лет реабилитировали. Так что там никого виноватых и не было, по сути. А вот так вот пережили все. Никогда не были люди первого сорта, как говорится, второго сорта. Но... как говорится, жили все-таки дружно и весело, можно сказать, даже в тех условиях. Даже в тех условиях, да. А все равно сохраняли человеческие отношения, добрые и дружеские. Да, дружеские. Это очень важно. И, Нина Александровна, я бы хотела, чтобы вы подытожили наш разговор. Мария, будьте добры, прежде чем Нина Александровна подытожит разговор, ваше слово в прямом эфире. В нашей семье соблюдается много семейных традиций. Немецких традиций. Вы чувствуете себя немкой, Мария? Да. И немецкий язык учите? Да. В нашей семье мы празднуем католическое Рождество, католическую Пасху и много других мероприятий. Именно в вашей семье, как вы серьезно, ну, чисто по-немецки, серьезно и вдумчиво вы подходите к вопросу. Кровь говорит сама за себя. Нина Александровна, и будьте добры, и так у нас остается 2 минуты, подытожим. Я хочу сказать, что в 1956 году с немцев была снята отметка в комендатуре. Но только 3 ноября 1972 года был снят запрет на возвращение в Украину. И вернулось сюда 38 тысяч немцев. Это от 500 тысяч, которые были переселены. Это маленькие, конечно. Вот всего 5% от тех, которые были депортированы. Вернулись? Да, вернулись. Только 5%? Только 5%. Но очень много погибло. Ну, конечно, очень много, такие, да. Погибло. Но время было тяжелое. Страдали многие народы, в том числе немцы. Немцы очень сильно пострадали, потому что на них поставили, я еще раз говорю, тавро, немец равно фашист. А это было неправильно. Ну, очень много немцев у нас были в Николаев подполье. Много немцев были в армии добровольцами. Но им не разрешили тогда защищать, как они считали, свою родину. Но в 90-е годы в Украине и в России была реабилитация.
Российских немцев реабилитировали, а украинских немцев до сих пор не реабилитировали. Да что вы, до сих пор не реабилитировали, и мы боремся за то, чтобы была полная реабилитация. А что для того, чтобы была реабилитация? Я даже не знаю, как мы везде об этом пишем, говорим, но полной реабилитации не было. Хотя у каждого почти нашего участника Видергебурт есть на руках, то, что он реабилитирован. Но весь народ, мы считаем, что должен быть реабилитирован весь народ немецкий, что он не был ни в чем виноват. Вот. Поэтому пока что этого не было. Но я хочу сказать, что на территории Николаева сейчас проживает 1229 немцев. И они объединены вот в вашу организацию, они, да? Многие состоят в организации, многие до сих пор боятся говорить о том, что они немцы, не признаются. Но официально они себя считают немцами, это источник официальный. Вот. Но новой переписи пока не было, это перепись 2001 года. Ну вот, Нина Александровна, тогда мы на этой цифре пока и остановимся, потому что время нашего эфира подошло к концу. Друзья мои, спасибо большое, что вы приехали к нам, вспомнили, но без воспоминаний не может быть и будущей жизни. Друзья мои, мы сегодня вспоминали о трагической странице истории нашей страны, о репрессиях, которым были подвергнуты этнические немцы. Ну что ж, память, она всегда должна жить в наших сердцах, потому что без этой памяти мы не можем смотреть и в будущее. И, конечно, из этого должны извлекать уроки. А главное, что главное, вы услышали, что эти люди, несмотря на трагические условия, они все равно сохраняли человеческое лицо, чего и вам желают. Це була розмова на тему. На все добре.